Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В пятницу в Театре Горького состоится премьера. Горожан приглашают на новый спектакль от режиссера Андрея Лапикова «Дама с камелиями». В основу пьесы лег очень известный роман «Дюма сына», после публикации которого в 1848 году последовало бесчисленное количество театральных постановок и экранизаций по всему миру. А на приморской сцене Мариинского театра 18 и 19 ноября всеми любимый балет «Щелкунчик». Для тех, кто хочет уже почувствовать новогоднее настроение, такая постановка придется по душе. Еще в пятничный вечер горожан приглашают в самую молодежную библиотеку «Бук». Там пройдет конкурс чтецов, приуроченный к выходу нового фильма по книге Джоан Роулинг «Фантастические твари и места их обитания». Участники должны не просто читать отрывки из пьес, но делать это как можно артистичнее. В общем, приходите, думаю, будет интересно. Тем более, если вы до сих пор не были в библиотеке на Светланской, 55, в эту пятницу есть отличный повод. В субботу в Приморской краевой филармонии пройдет последний концерт в рамках 13-го джазового фестиваля. На сцене выступят трио Олега Бутмана и американская певица Майя Асусенна. Театр «Перекресток» представит в своем зале «Белая лошадь», моноспектакль «Русланы Дедик», «Мамаша Кураж» и ее дети по пьесе Бертольда Брехта. Предполагается пресс-конференция, стоимость билетов – 200 рублей. А во Дворце культуры железнодорожников пройдет второй фестиваль японской культуры. Гостей ждут церемония открытия, выступления исполнителей на традиционных музыкальных инструментах като и сямисен, косплей-шоу, мастер-классы по каллиграфии, чайной церемонии, познавательные викторины с призами и многое-многое другое. Начало праздника в 10 утра, закроется фестиваль в 18:30 вечера. Вход бесплатный. Всероссийский географический диктант пройдет во Владивостоке 20 ноября. Участником может стать каждый. Тема диктанта – «Моя страна, Россия». Он состоит из 25 тестовых заданий, разделенных на три блока – географические понятия и термины, расположение объектов на карте и географические описания. Предварительная запись на участие в диктанте обязательно. Место проведения мероприятия – кампус ДВФУ. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на 8.